Вашингтон надеется на продолжение мирного переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценберг. США с нетерпением ждет продолжения диалога по Нагорному Карабаху, сказал дипломат в беседе с журналистами, комментируя ожидаемую в США встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Мы с нетерпением ждем продолжения диалога по Нагорному Карабаху. Мы приветствуем состоявшуюся в Москве встречу министров иностранных дел и выражаем удовлетворение прозвучавшим по ее итогам заявлениям. Целью сопредседателей Минской группы ОБСЕ является содействие диалогу между сторонами конфликта с целью урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован на основе принципов неприменения силы, соблюдения территориальной целостности и права народов на самоопределение.